Взят под стражу начальник полиции города Талдыкургана. Его подозревают в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. По словам начальника областного департамента полиции, возбуждено уголовное дело по статье 120 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Изнасилование». Обстоятельства изучаются в рамках досудебного расследования с назначением необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела взято на особый контроль Министерством внутренних дел Республики Казахстан.